Очка. Привет, Нонна. Моя ты, Нонна. Денчик, привет. Да. Никит. Нон, ну что, тебя в понедельник ждать ко мне? Иди сюда. Ты толстый. Никит. Че это я чудик? Сам ты чудик. Вон чудик. Че? Тебе Нона пишет. Привет, чудик. Это не мне. А, видишь, что он любишь? Да. Понял? Это топ. Какая девушка должна быть для тебя? Лучшая. Нон, я очень буду рад, если ты ко мне придешь. Очень. Очень. Он говорил, что для тебя плохие вещи. Ты не верь, ты знаешь, как я. Что ты любишь делать больше всего? Ты знаешь, как я к тебе бухать. Отношусь. Бухай. Бухай. Да, шучу. Вася Волк. Ну, дай. Ладно, не буду, девочка, не буду обижать. Как настроение? Да ничего, нормально. 28. Ира с сыном? А? Ира с сыном? Ну, если я с Никитой, значит, с Эмом. Ты знаешь, что он плохой говорит. Да, что ты, ну, да, но... точно, точно. Вообще, ну, что ты вообще хуй сосить тебя как надо. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Что ты это? Дети есть? Выдумываешь. Нет. Я тебя обожаю просто. Что интересно. За твой юмор. Такой ты милашка. За все. За то, что такая жизнь радостная. Да, музыку для вас включаю. Привет, привет, красавчик. Привет, как ты? Я отлично. Любишь сладкое? Супер. Люблю. Ну скажи, что ты... Я тебя очень сильно жду. Ребятки, короче, там ладно. Там Екатерина вон зашла. Буду с вами прощаться на сегодня, завтра. Напиши ей. Выйду там. Она будет рада тебя увидеть. Что за шапка? Я думаю, ракета, ты ее знаешь. Ракета, брат, ракета. Катя, Нона хочет вернуться на проект. Помоги ей, пожалуйста. Просто она ко мне хочет. Просто мне так по кайфу. Заткнись, я разговариваю, ты не видишь? Ты чё, сука? День подряд на шапочке белая. Не люблю тебя. Ну ладно. Да я жду, очень жду. Только за что? Ну как мне доказать? Ладно, скажи, что мне сделать? Я вам отвечу. С кастинга, Катя. Нашел. Шуликов. Че? Не ругайся матом, тебе написали. Да, блядь, отъебись. Ну это не я, это Катюха с этого с кастинга. Так я тебе говорю. Вот, но, кстати, Кать, Нона реально хочет ко мне. Серьезно. Вот она, вот напиши ей. Нона, напиши, пожалуйста, что ты хочешь ко мне прийти. Она из-за меня ушла, но я это сделал ошибку, хочу вернуть ей на проект. Как относитесь к чеченцам? Так же, как и ко всем. Но не нельзя на проект, ругаюсь со всеми. Но, ну будешь только со мной ругаться. И вот этим. Я хочу счастья. Так я и есть счастье. Но. Я самое настоящее счастье. Ты мудила, блядь. Не, Вася ровный. Ровный вообще. Весь ровный, кроме рта. Как ты говоришь, гравий? Лопату гравия в рот закинули пацану просто. Пришел к стоматологу, а ему просто лопату гравия закинули. Просто... Но... Да я с любым поругаюсь. Но он тебе некогда будет ругаться, ты будешь влюблена в меня по уши. Или в меня. Иди на... Почему Никита вышел из эфира? Потому что он мудак. Да, Никита? Да. Да. Что? Ничего. Надо, чтобы слышалось всем было. Почему так мало тебя смотрят? Не знаю. Может быть, потому что я очень много блокирую тех, которые гадят. А вы любите смотреть фильмы ужасов? Вот мало кто любит. Пираньи 3D смотрели. Какого? Кать, скажи, я тебя привезу мороженое. Смотри, у меня же номер из Шулякова есть, и что? Можешь позвонить его, обматерить, я только забыл. Не люблю тебя.
Никит, какая тебе кепка нравится? Тебе девочка какая-то с Нью-Йорка хочет передать? Мне любая. Честно, любая. Любую приму. С яйцами. Тебе с яйцами. Обожаю фильмы ужасов, братан. Не девочка, но и слава. Шоколадный рожок, все хорошо, я услышал, Катюша. Да это просто уже ревнует нам к тебе, понимаешь? Я так сразу не могу матом начать. Да не ври. Ну ладно, спроси у него, как дела, а потом можешь матом сразу ругаться. С чеченцем строил отношения? Не, я по девочкам. Ау. Никит, шапка тебе не идет, сними срочно. Дай сюда. Как сделать визу в Америку, кто знает. Ну вот сейчас тебе кто-то напишет. Да, идет у каждого свое мнение, ребят. Напишите, пожалуйста, кто там в Америке. Как, что нужно сделать для того, чтобы... Что там, подожди, ну, что-то я туплю. Как сделать визу в Америку? Девушка, которая написала. Валерий, привет. Хорошо, я тебя передам. А, его еще нету. Привет, как ты? Ну, отлично я. Нормально. Все хорошо. Правда, отношений пока не с кем. Ну, вот жду маму. Мама, придешь ко мне же? Ну, давай завтра приезжай на кастинг. Мы завтра там в городе будем. Хорошенький, спасибо, Екатерина. Да, визу, про визу. Вот. Бывшая участница Дома 2 спрашивает про визу. Ну, да нет. Ты не поедешь, потому что ты пойдешь ко мне на Дом 2. Как вам Рамзан Кадыров? Ну, я его такой очень... Ну, лично я его уважаю. Вот напишите, пожалуйста, Ноне в личку про визу. Нона 08. А я же, по-моему, писал, что мне не важно, блондинки или брюнетки. Просто если выбирать, то брюнетки мне ближе. А у меня сенсейшн. Ну, что сенсейшн? А ты? Да, вот. Ну, а что такое? Домой тебе говорят, мама ждет, давай. Да я тоже не брюнетка. Все равно ждет. Да, у меня тут находится. Да? Да, сейчас. Я понял. Белая стрекоза летит, стрекоза любви. Это Ромка Капакова. А, здесь. Белая стрекоза летит, стрекоза любви. От Ноны. Тебе привет, и от Ильи тоже. О-о-о, Илюха, родники, кто? Нона ко мне на проект придет. Ну иди перекрестись тогда, брат, ты святой водой обмойся, ты чё? Нафиг тебе там, ты чё, Нона, сиди дома. Кто знает. Рамка клёвый, хоть и малый. Ну чё, бывает. Зато клёвый, хоть и малый. Ну, малый ведь это не беда, это же лишь вопрос времени. Да. Не более, не менее. Но лицо у него же немалое. А что, у тебя эффект стоит, что ли, на прямом эфире? Да. Ты реально поставил эффект, я смотрю, что учебником за тональником замазали. Роман... Чего красный такой, как будто я хурмой объелся, посмотри. Я вижу. Просто жесть. Так ты и так красный. Жестко. Это просто крах. Роман настоящий мужчина. Ты решилась 15 число, что... Я, короче, сегодня подходил, но такая полуборода, завтра я уже точно подойду. Имеется в виду, сегодня подходил, но такая лавированная херня была. Завтра стопудово дадут ответ. Ну, что-то, судя по всему, Илюха, может быть, я и пойду.
Рома, класс, я к тебе иду. Вспотел ты, Ром. Что-то я вспотел, как помидор. Как говорила Лена. Леночка говорит. Как? Ну, Леночка. Что-то я вспотел. Гриценко ушел с проекта. Смотрите эфиры. Эфиры смотрю. Гриц, братка. Ты ушел с проекта? Смотрите эфиры. Позвоню, конечно, братан. Смысле, это, номер уже, это уже, наверное, не секрет. В историю все выкладывает. Окей, позвонишь, или хоть я сказал. Но она тебе пишет, типа, что ты это, смайлик грустный, отправила тебе. Где? Вон ниже, еще, вон, капа, вон. Какой у тебя рост, Ром? Тебя спрашивают? Да. 1.20 м. Вася, ну как у тебя дела-то хоть? Да, расскажи, ну, Ром, расскажи, как у меня дела. Хорошо. Хорошо, мне. Тут задаются вопросом, слышь? Хотел бы. Ответь, не, почему Шаляков такой идиот? И сразу ответы пошли, братан. А я вам спросили, сами же отвечаю. Почему? Ромка, ты не по годам мудрый. Это так кажется просто с эфира. Но на самом деле так и есть, да. К сожалению. Да. Окошенный. Знаете, почему на проекте ушло в следующем году? Я думаю, это вот и был сейчас ответ на, собственно, тот вопрос. Ну да, да, да. Вася пошел к стоматологу. А к вам вообще реально попасть на проект? Конечно, реально. Грязку в деревню гнать. Ты про Red Bull не забудь. Это ты кому? Ты мне говоришь? В смысле, подожди, это что, это в эфире было, что ли? Про Red Bull? Мы говорили Red Bull в эфире? Нет. Шаляков ваш. Шаляков ваш хам и быдлогопник. Нет, не подходи. Это девочка, блядь. Показывай, блядь, кто это, ебана в рот. Кто это сказал, нахуй? Ну вот. Ты гонишь, ты что ты мотикаешь? Это девочка. Я тебя поцелую, поняла? Ты мне на ушки. В Грозном были? Да, я был в Грозном. Я не знаю, Рома, ты был в Грозном? Я был в Грозном. Я был в Рус-Мартане. Это что, на другой планете? Город там, Чечне. Нет, Чечне, город. Мы туда ехали, я был, короче, в Черкесию где-то. Чечне, мы ехали за невесткой, понял, туда, забирать ее. Вася хороший, скромный парень, не... Вася хороший, скромный парень, но идиот. Ну, бывает, конечно. Бывает. Без изъянов, да. Не без изъянов. Привезите мне завтра мороженое и Red Bull. Хорошо, я тебя привезу, Катя. Так, я извиняюсь, там общался Захар где, не знаю где. Проверим на знания. Знаете, город Свердловск. Слышал, ну где, не знаю. Всем привет. Кристюшка, привет тоже тебе. Юлечка, тоже тебе привет. Сохрани эфир, пожалуйста. Да, конечно, сохраню. Без проблем. К сожалению... Вот смотрите, что ребята делают. Вот, сейчас свободное время, и все ребята получили телефоны и смотрят прямые эфиры. Ну, или прямые эфиры. Смотрят эфиры. Да, ну давай. Да нет, ну это было. Нет, просто. Это смешно, просто. Подобную, конечно, знакомо. Ну это же вот. Чем снимать? Подобно знакомо, но... Если... Подобно знакомо, но если вы говорите про обычного человека, то ну, я не знаю такую фамилию. Я просто знаю... Фильм подобный я смотрел и знаю историю этого. Екатерина, спасибо большое. Ты всегда пишешь мне хорошие комментарии. Шаляков нормальный пацак, нормального, хорошо. Я подобная. Ну, я... Вижу, как вы назвали у вас. Чё? Лёша, приход, понял? А. Нормальный взгляд, да? Я подумал, ну, я уже увидел. Да, он понимает. Агитирую приходить на кастинг. Дорогие друзья, если вы красивы, если у вас есть
мороженое и Red Bull, приходите на кастинг ко мне. А мороженое и Red Bull, а давайте Екатерина. Кстати, кто-то мне там писал и сегодня, и вчера там в прямом эфире по поводу реально ли попасть на кастинг. Вот тут сидит одна из кастинг-менеджеров, которая вот пишет, агитирует. Поэтому вы можете спокойно узнать всю подробность на сайте. Катюх, не только о себе думаю, но и о тебе, дорогая. Пришел злой Витя с тренировки. А ты что, не знаешь эти терки? Ты что? Короче, ты неправильно рассказываешь. Знаешь, с чего началось? Крид должен же был в Дагестан приехать с выступлением. А Хабиб сказал, типа, нахрен нам такие педики, иди в жопу, типа. Понял? Ну, и все. И Криду сказали, все, он не приедет. Уже продали все билеты. И это. И Тимати заступился за Крида. Понятно. Да. А Конор Макгрегор, знаешь, что сказал? Ну. Что на его выступлении будет Егор Крид и Тимати петь. Из этой ситуации. Да. Там жестко, там даже Кадыров сейчас выложил видео. А что за видео Кадыров выставил? Кадыров выставил такое, ну, лайтовое, типа, ребят, типа, мы все там братья, давайте. Ну, там жестко, там, что Хабиб на Тимати очень жестко. Там прям матами он выставил, прям такими жесткими. И Тимати на него жестко там. Это по-серьезски. Да, по-серьезски. И Кадыров выложил типа видео, типа, ребят, вы что, типа, мы же братья, давайте. А Тимати тоже с самого рода, да? Нет. Я не знаю, кто это Тимати. Ничего себе. Я не знаю, что это. А у кого на страничке смотреть какие-то видео? Майя, где взгляд? У меня в кармане. Целью ли он такой? Конечно, все Сурен. Короче, Егор Крид, да, то, что типа нафиг, Хабиб говорит, нафиг нам нужны в Дагестане такие типа певцы, там педики вот это поют там про девушек, как они там их, то, все, пятое, десятое, понял? И Тимати отреагировал, короче, Хабибу. А Хабиб потом ответил Тимати. И Тимати уже еще раз ответил Хабибу, короче. Я бы много подписчиков. Я бы очень хотел с тобой встретиться в реальной жизни. А можете ко мне прийти на дом 2 и встретиться. У них не лучше песни, да. Кстати, да, у них тоже есть там такие исполнители, которые поют не лучше песни. Короче, Вася, уходи с проекта, я тебя забираю. А куда забираешь? В какой город забираешь? Чтоб я знал, куда вещи привозить. Пинчук. Пинчук. Не, я не знаю. Лучше за проектом. Вот. Вот. Карелию. Ух, близко. Хабиб, машина, Тимати, педик. Ну, утверждать такие вещи нельзя, что Хабиб, что Тимати мужчина, но просто вы понимаете, что, ну, Егор Крид в первую очередь это артист. Как бы, и даже если не нравятся какие-то композиции, Ань, привет, то Хабиб очень жестко ответил и написал, поэтому очень странно, что вообще Хабиб такие вещи пишет. Очень странное у него поведение. А это ты где смотришь? А, так, друзья, телефончики все приносят. Все даем свои телефоны прямо сейчас. Да? Май. Хорошо. Май. А, слышишь? Да. Молодец. Это оттуда локация. Все, ребят, всем спасибо. Катюх, жди завтра. А вот, еще один кубаноид.
Я кубанайт, и он кубанайт. Не, тракторист. Тракторист. Но с Кубани. Тракторист с Кубани. Да, приходите к бонцам. Самые искренние, настоящие парни. Все, ребят, всем, всем доброго. Давайте на москвички, питерские девочки. Потому что Серега хочет переехать. С хатой. С хатой, да. А мне интересно, сколько раз надо сказать? Все, ребят, всем пока. Мне надо сказать, что...